Сочи стартовал международный фестиваль-конкурс национальных культур и фольклора. Называется он «Народные истоки». Каждый из участников познакомил зрителя со старинными обычаями своего народа. На конкурс приехали 35 творческих коллективов из разных уголков России, а также стран ближнего зарубежья. Буряты, калмыки, русские, армяне. Каждый участник старался удивить жюри. Например, абхазы на сцене выдавали замуж невесту и даже принесли тушу козы, как того и требуют народные свадебные традиции. А вот музыканты из Мариэл пели под бой деревянных скалок. Мы сегодня показывали марийский обряд, который, к сожалению, сейчас уже он не сохранился. Обряд называется «Поющее бревно». Обряд о том, что раньше полотна изготавливали сами, и чтобы полотно было мягче, его отбивали на бревнах. Конкурс завершится завтра. На финальном гала-концерте организаторы объявят победителей в нескольких номинациях. Решать, кто лучше всех представил свой народ и его культуру, будет жюри. В него вошли деятели России в области искусства и культуры, а также педагоги из вузов Москвы и Санкт-Петербурга.